Какое будущее ждет российский кинематограф? Почему кино — это не только интертеймент, но и пища для ума? И зачем смотреть классические фильмы на большом экране? На эти и другие вопросы Самарцев постарался ответить кинокритик и журналист Антон Долин. На встрече с известным киноведом обсуждались также и современные тенденции. Один из вопросов коснулся судьбы стриминговых площадок. Почему они так популярны у жителей России и как помогают развиваться искусству в его современном виде? Стриминги дают гораздо больше творческой свободы. Где больше свободы, там возможность к экспериментам. А зритель тоже устал смотреть одно и то же. Я думаю, что вот главное объяснение. Люди, просто делающие сериалы, заказывающих, производящих, перестали бояться сказать что-то не то. И говорят то, что они думают. В самом случае, в большом количестве примеров это именно так. Встреча с Антоном Долиным прошла в рамках серии мероприятий, подготовленных одним из старейших кинотеатров Самары. Совсем скоро кинолюбители города ждут фестиваль итальянского кино, возобновление пленочных сеансов и совместная выставка с одним из самарских музеев, посвященная кинотематике. На самом деле сейчас запланировали серию мероприятий, которые будут направлены на создание сообщества, объединение тех людей, которые создают кинематограф у нас в области. Также, по словам организаторов, подобные встречи помогут привлечь внимание к кинодостоянию региона и собрать вокруг него больше простых любителей искусства. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.